Друзья, всем привет! Вот, короче, опять записываю видео для вас. Вот я сейчас на работе, ну и свободная минутка появилась, и как обычно свободную минутку я записываю для вас видосик, вот, чтобы пообщаться с вами. Друзья, скучаю очень по вам, именно по общению с вами, и нравится мне комментарии ваши читать, отвечать на ваши комментарии. Ну, я обожаю, когда вот такое вот именно общение, да, когда ты знаешь, что тебя смотрят, пишут тебе комментарии, ты на комментарии отвечаешь как-то, ну, это круто, да. Мне нравится. В общем, как, дела у меня все нормально, погодка на улице тоже, слава богу, хорошая такая, уже чувствуется, что весна. Я вот выходил вот на улицу вот так в одном кардигане, и как бы было вот так, ну, тепло, хорошо, на солнышке нормально. Не холодно. Вот. Это очень радует, потому что вот когда плохая погода, да, мне как-то настроение портится, когда если пасмурно всегда, дожди, холодно, ветер, я такое не люблю. А вот когда солнышко светит, небо лазурное, чистое, это красота, конечно. Тепло, это круто. Вот. Чего рассказать такого? Сегодня разговаривал с сестрой, болтали с ней. Ну, у моей сестры же тоже канал на Ютубе есть, да? Вот. Но она как-то этим быстро перегорела и уже 2 года не выкладывает видео. Я ей наоборот говорю, что, ну, типа, записывай видео, там, я твой канал там распиарю, там, разрекламирую, там, люди подпишутся на твой канал, сделаю его известным, твой канал. Вот, а она как бы не хочет, говорит, типа, ну она, короче, говорит, что времени нет, но я считаю, что это, время всегда можно найти, 10-15 минут в день всегда можно найти, чтобы записать какое-то видео, это все отговорки, что нет времени, ну, просто она вот перегорела, просто не хочет этим заниматься, вот, но я бы ее всячески поддержал, если бы она записывала бы видео. Вам бы, друзья, сказал, как называется ее канал. Вот она как-то вот сначала взялась за съемки, да, купила себе дорогой ноутбук, штатив, купила себе дорогой камеру, как бы сделала такие вложения солидные. Вот. И какое-то время снимала, снимала, а потом она перегорела все. Короче, говорит, ну, времени нету, как-то желания нету там. Типа это долго, и мы с ней там разговаривали там, что по поводу того, ну, монетизация на Ютубе включается же только от 1000 подписчиков, вот. А у нее, естественно, 1000 нет, у нее где-то там 60 подписчиков, где-то вот так. И она говорит, ну, блин, что, говорит, я буду снимать так вот, ну, долго, пока там 1000 подписчиков наберу, это получается просто так. Ну, я рассказываю, говорю, я же тоже, говорю, с нуля начинал. У меня было 0 подписчиков, не было монетизации. Но все равно, тем не менее, каждый день снимал ролики. Иногда там и по 2, и по 3 ролика в день. Вот. Ну и, говорю, постепенно же я это более-менее каких-то результатов достиг. И меня тем более никто не рекламировал, там никто не пиарил. Я именно сам всего, именно то, что вот на данный момент у меня больше 3000 подписчиков, это я сам всего достиг. Вот. И говорю, а тебе я наоборот помогу. Раскручу твой канал. Вот. Но она, короче, не хочет. Ну, может, потом как-нибудь захочет, будет снимать это. Потом. Я тогда скажу, как ее канал называется. Вот, с батей еще вчера разговаривал. Мы с ним, короче, договорились, что он будет снимать себя. Ну, батя на телефон, да? Вот, ролики. И будем выкладывать на моем канале. А когда я приеду домой, ну, то, естественно, я буду его снимать. Вот, и так что он мне вчера ролик один прислал. Ну, как бы этот ролик не для интернета. Так он там немножко перебрал. Вот. Ну, так он говорит, типа, что это... У него это появились идеи. Вот кое-какие, и пообещал мне, я не знаю, сдержит он свое обещание или нет, но он мне пообещал, что будет именно записывать ролики, скидывать мне по WhatsApp, и я уже буду выкладывать на свой канал, вот. И вы, друзья, будете смотреть моего батю, вот, как он живет.
Ну, а когда я уже приеду домой, то, естественно, я сам буду его снимать. Будем там снимать и мукбанги, шашлыки, и деревню там, и разговорные видео, короче. Все про жизнь бати я буду снимать, как вот и раньше снимал. Просто сейчас, вот видите, я в Москве, и нет возможности его снимать. Но я говорю, мы с ним договорились так, что он сам будет себя снимать. Вот, надеюсь, он свое обещание выполнит. Вот. Я вот читаю комментарии и смотрю ролики еще вот, раньше, которые я снимал про отца, про батю, да. И вот многим подписчикам понравился мой батя. Они пишут такие комментарии, у тебя классный батя, молодец мужик, настоящий мужик, я люблю твоего батю. Как бы он им нравится, поэтому я считаю, для подписчиков, для вас, да, надо снимать видео с батей. Надо почаще. Раз вам нравится он, то надо же идти подписчикам навстречу, чтобы вам было интересно смотреть мой канал. Вот, друзья. А вчера, короче, с ним болтал. Он вчера со смены только пришел. Ну, вы знаете, да, я рассказывал раньше. Но кто не знает, расскажу еще, что он работает сторожем. Вот. Ну, как сторож-охранник. Вот. Ну, скорее всего, охранник, чем сторож. Потому что там так, пропускная система, там, короче, пропуска все показывают, он ключи там выдает. Вот, в общем, он работает охранником, работает сутки, работает трое дома. Вот, и вчера он пришел со смены и пришел к своей женщине. И так выпил хорошо, он такой веселый. Я потом с ним по видеосвязи разговаривал, он такой уже конкретно так на веселе. Вот. Ну так, пообщались с ним. Вчера много раз с ним созванивались, где-то, раза 3-4 я ему точно звонил. Он мне звонил. Вот, болтали. Так что это интересно с ним пообщаться. Я вот уже говорю, я жду не дождусь, когда он именно снимет какой-то ролик про себя. Мне просто он сказал, что у него есть идеи. Мне просто интересно, на какую тему он ролик снимет, что там именно будет это такого интересного. Ну, прикольного, что он там расскажет. Вот. Я говорю, мне самому интересно посмотреть, что это за ролики будут. Ну, друзья, будем ждать. Будем ждать батиного обещания. Он пообещал. Вот, так что вот так вот. Он такой еще прикольный. Он, короче, мне эту, когда отослал вот это видео по WhatsApp, а он, не умеет по WhatsApp отсылать видео. И спрашивал у меня, как, типа, отослать видео по WhatsApp мне. Ну, я ему рассказал. Но он такой именно смышленый, он сразу все понял с одного раза. Я ему объяснил, ну там элементарно все, конечно. Ну, все-таки для такого уже поколения пожилого не все так просто, да, кажется, как нам. Вот, ну я ему объяснил все с первого раза, он понял и все, потом прислал мне видео. Вот, я посмотрел, так посмеялся. Такое прикольное видео. Даже расскажу, что там было, короче, там он, короче, песню поет, ну и он такой уже под шафе так хорошо. И там его женщина еще там кое-что говорит там. Короче, такое прикольное видео. Вот, друзья. Я вот иногда и сам вот смотрю вот эти ролики, которые я снимал про отца, да, там. Вот как-то вот, приятно вот воспоминания, там, посмотреть, там, что мы с ним делали, там, год-два назад, там, какие у него мысли были, там, разговоры наши, как мы там шашлыки жарили, ну, как-то интересно. Все-таки, как бы, это, как будто такое, знаете, ощущение, как будто, как там побывало. Ну, особенно вот интересно смотреть, когда я в Москве, потому что, долго же не видишь батю, да, и как бы скучаешь по нему. А ролик посмотрел, и уже как-то немножко уже так полегче становится. Уже не так сильно скучаешь. Вот, такие вот дела, друзья. Вот такое вот видео. Ладно, друзья, буду я дальше работать. Вот. А вам огромное спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии.
Вот. Ну и хочу вам пожелать счастья, здоровья, удачи. И пусть все-все-все ваши мечты сбываются. Пусть все у вас будет хорошо. Все, друзья, всем счастливо. Всем пока и до новых встреч. Увидимся. Всем пока, друзья.